Ну давайте что, трупы обыскивать. Слушай, а тебе ведь... Нет, это не то. И это не то. Я просто пытаюсь вспомнить, есть ли у него удержание оружия в двух руках. Ну что-то это... Джеф, ты куда? Что с тобой? Да? Ну, я не знаю, что тупила, блин, овца тупая. Чё, алё? А, она даже выбраться не может. Ну, понятно, это дура, короче. Колдуй. В смысле? Да ты чё? Надо её спасать! Она же сейчас сдохнет! Да что с тобой не так-то, эй? Ты готов сразиться со мной? Думаю, нет. Ой, кажется, он хочет поиграть. Все, что ли? Что-то было очень странное. Джаев, который тупила, блин. Все куда-то ломилось, непонятно. Куда ломилась? Что хотела, блин, очень неясно. Но главное, отступала. Да, отступалась, блин. Называется, овца тут упорылая, блин. Следуйте за мной.
Да что ты чё опять, блин, чё с тобой? Алло! Так, давайте... Так, стоп. Ни шагу назад. Какой стоять на месте, следовать за мной? С Джаева, иди сюда, ты чё делаешь? Она опять встала. Чё с ней не так, блин? Смотрите, её прямо колбасит, она почему-то прямо пытается остаться здесь, блин, вот в этом углу. Так. Эти что-то бегают, блин, ну прямо куда-то все норовят, блин, куда-то убежать. Что происходит, ребят? А что заглючило так жестко, блин, здесь? Опять стоит. Опять стоит дальше всех. С Джаевочка. Вы чё? Почему я стою-то там? Дайте выйти-то, алё! В смысле, тут отдыхать что ли нельзя, или что, я не понимаю? Что это было? Или опять какой-то глюк? Глюкобак, блин. Быкоглюк. Меня вылечили дважды. Это Громнар меня, судя по всему, поднял. То есть из-за этих вампиров или... Получается, ее глючило, она бежала на врагов. Но врага не было. Блин, бред. Вышиби-ка нахер эту дверь. Да? Что происходит, ребят? Да. Вышибить вы. Конечно. О, красавчик появился наш. Еще разок туда же.
Пали его нафиг. Дайте, кто там такой крепкий, блин. Ты вообще чё лезешь? Печально. Так, ох, трупов-то, ё-моё. Кого так активно запинываем? Трупы, трупы и снова трупы. Перекур. Ну, конечно, надо заклинание восстановить. Три. Ну что, сейчас будем осматривать трупачки. Все по очереди. Осматривать будем при помощи нашей основной героини. Понятно, почему Нишку забрали. Ни с места, ни шагу назад. Стойте. Ну, а только так получается. Потому что, значит, в любом другом варианте нас размотает ловушками. И здесь, кстати, мы заходили. Вот сюда. Тут у нас ловушка согрелась. Ой. И... Даже здесь она как бы есть. Нормально, у нас есть регенерация. Золотой, золотой. Готов сразиться со мной? Думаю. Честно говоря, не особо. Ух, какая здоровая локация. Вход. Странный черный туман. Странный черный туман. Ритуальное святилище. Ну давайте все тут сматривать, щупывать, нюхивать. В ловушки попадать. Да, это будет очень долгая локация. Ты серьезно? Серьезно? Чё за бред? Раз, два, все, дальше не бил, но он сейчас останется лежать. В смысле? Так, давайте-ка никаких сломанных предметов, пожалуйста. Да-да-да. Green.
Нечто тут всякие. Трофеи. Ты готов? Так. Ничего, несколько штучек. Я не могу идти с таким грузом. Можешь. Но ведь не добило 100 пудов, а? Да, не добило. Проще так. Иногда непонятно, будет она бить еще раз или нет. Так, ну, то есть в этой комнате мы все осмотрели, получается. Получается так. Так, ну чё, центральная комната вся. А как это так? Сверху как надо проходить? Похоже на том. Команда. В атаку! Айда ко мне все. Опять с Джейл плющит. Так, это все к Элгару. А какой черт этим собирательством занимаешь? Хомяк? Вообще интересно, ну окей, а допустим, если... я тоже вор. Тунишку все равно воруют? Бред какой-то. Природная защита, плащ крепления плюс 2. Всевозможный шлак, блин. Ну вот пластинчатый, ну стеганый пластинчатый доспех, самые тяжелые вещи, которые в принципе. Должны были удерживать нас чуть больше, чем все остальное. Так. Подожди-ка. А, нет, все правильно. Всякие клейкие сумки, малахиты, камни. Так. Не, все остальное продается. Так что пам-пам. Пам-пам и пам. Продажу. Калгар, я понимаю, что тебе хочется прибухнуть, но погоди, надо Мишку спасти.
Все. Так. Ну что, давайте куда сначала? Мы смотрим налево. Давайте сюда сходим в пустую комнату. Что такое? Телосложение ухудшено. Сфига ли? Кто меня проклял? А, это ловушка, наверное, какая-нибудь. Угу. О, да. Наверное. Так. Три. Так. Наверное, какая-нибудь ловушка. Так, значит, сейчас мы всем команду ставим на месте. Ни шагу назад. Пойдем смотреть дальше. Пошли смотреть. Еще куча трупов. Народишко-то сюда весьма интересный приходил. Зелье лечения только ложали. А так в целом норм. Так. Меня ловушка так прибила. Лихо. Смертельная, видимо, была. Так, ну здесь окей. Мы пережили. Так, теперь сюда мы пройти не можем. Значит, единственная дорога это вон туда. А сверху... А, подождите, так мы с Амос. Или подождите, не можем. Можем сверху пройти? Чуть понять не могу. Вот это вот место. Нет, это. А там? И там то же самое. Ясно. Значит, идти только в одну сторону. Ну, окей, ладно, так даже лучше. Немножко сбивает это. Бах. Ну да. Сорокеточ. Так-то. Внесло. Так, а чё я фиг не маюсь? Здесь вон критический ран. Целую кучу. Один черт, толк от этого зелья в бою никакого. Здесь используем, блин. Все. Ты готов? Че, сломало? Так, эти забрать. В основном, смотрю, сюда воры приходили. Ну, или, по крайней мере, кто-то, кто имел к ним отношение, потому что сплошные воровские инструменты. Будем зачищать. Чё ж ты поделаешь? Нам же потом проще. Святая вода, кстати, тоже у всех была. Прошу обратить ваше внимание. Странный туман. Похоже же, это ведет куда-то. Любопытно, хотя сложно понять, где находится это куда-то. Зная, наш путь лежит вперед через тьму. Мы должны подготовиться, прежде чем идти дальше. Мы уже проделали долгий путь, но я не знаю, что ждет нас впереди. Где все остальные? Пусть поближе подойдут. Чтобы далеко не стояли. А пройти нельзя. А.
Ни с места, ни шагу назад. Ты готов? Еще разок. Нет уж, сначала тут все обыщем. А вот потом пойдем дальше. Я не могу идти с таким грузом. Можешь. Так. В атаку. Давай разгружать тебя. Снова все в несчастного гнома. Так, амулет мудрости, ну это шляпа. Птичка плюс 3. На, держи. Рапира плюс 1, копье плюс 3, кинжал. Ну, это полная фигня все. Свитки, я ими не пользуюсь. На своего барахла этого хватает. Стрелы. Чё за народ, блин? Вот у меня противник обоих лучников упорол. Епископа и Нишку. То есть обратите внимание, у меня было всего два лучника, и обоих их упороли враги. Следуйте за мной! Чё за бред? Так, давайте сначала разберемся со всякими камушками. Сюда, сюда. Так, склянки с кислотой, одно использование. Это оружие. Ага. Ну все, остальное на продажу. Так, это. Как хорошо, что я все-таки столько сумок взял, блин. А то бы мой внутренний хомяк здесь просто повесился в этой части игры. Все это пришлось пропускать. Один камень пропустил. Так. Следуйте за мной. Чё, опять? Накладываем и пойдем. Я, правда, не совсем понимаю, как тут идти надо. Может быть, просто подойти к этому туману. Сохранимся перед ним? Да, обязательно. Это без вариантов. Ты мало ли. Сохранить. Сохраняем. Нет, на следующем слоте. Ничего страшного. 9. Окей, окей. Но. Знаете, ненадолго я испугался. Я как будто надолго закрыл глаза, а открыл уже здесь. Интересно, не начал ли снова ходить во сне? Пройдя через тени, мы попали в другую часть долины Мордолейна. Переход дезориентировал нас, но, похоже, не повредил нам. А, ну все, логично. То есть нас как бы будет, ну, понятно. Что тут ничего сверх такого. Да? Конечно. Блин. Так, давайте-ка, ребят, это. Ни с места, ни шагу назад. Ну что ты, эй? Ты, блин. Вот так, значит, да?
Тогда лови. Так, он не хочет. Сработала ловушка. Тут тоже непонятно, блин. Где? Где ловушка? Где ее нет, блин? Где страшно, где не страшно. Вот здесь точно ловушка есть. Прям даже не обсуждается. Вот в этой местности? Я в жизнь не поверю, что здесь нет ловушки. Все, что ли? Сломала. А воры сюда лезли и лезли. Непонятно зачем, но лезли. Все, что ли? Все, вроде. Но здесь ловушки хлипенькие какие-то пошли. Тише, тише. Непонятно, кстати, почему. Почему такое ухудшение качества? Просто если подумать, то по логике вот на этой финальной миссии должны быть сплошь и рядом смертельные ловушки. Просто никаких других здесь быть не должно. Иначе толку. То есть сюда уже человек должен приходить заряженный по самое не балуйся. Всем, чем только можно. Соответственно, смысл ставить здесь какие-то слабые ловушки. Это как минимум глупо. Все, тут все раздербанили, да? Камон. Колгарище, держи. Очередная порция всяких гадостей. Всякой ненужной, да? Фигни, точно. Так, тебе удушающий порошок, метод использования тоже тебе. Так, остальное на продажу. Ну, теоретически на продажу. Перекур. Типа каждый раз, когда я буду отдыхать, они будут на меня нападать, что ли? Ну. Сломанный предмет.
Ну, так себе, честно говоря, идея, потому что... Во-первых, отдыхать нам все равно дают. А, нет. Это уже любопытно. Так нам дадут отдыхать или не дадут? Проверка. Не дают. Нифига себе, навешивают ей. Ты чё какой-нибудь ебить? Алё, бейте вы его уже, блин, два часа его чё? Лупцуют, блин. Так не дадут отдохнуть здесь или нет, ребят? Или всё? Приехали, блин. Угу. Интересно. То есть получается здесь какой-то лимит, что ли, на каждую локацию, сколько раз тебя будут атаковать? Хм. Идея интересная. Или что? Или в каждой локации. Или как-то тут территория разделена на куски, где, например, отдыхать можно, а где нельзя отдыхать. Или, допустим, какой-то определенный участок, на котором там у тебя, например, несколько раз нападут.